Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Crafts World. У нас сегодня новая миссия. Отправиться в храм четырех стихий. Размер средний, горная долина, умеренная, горная. Сложно. Что там будет? Ну, я полагаю, что четыре стихии храма. Ну что ж, погнали. Нажимаем кнопочку «Тырк». Что у нас здесь невероятно? Это один из храмов стихий. Я мечтал увидеть его много лет. Ну, допустим. Так, друг мой, мы должны попробовать активировать его. Для начала победи стражу этого святилища. Я там вижу горгульи. И... что-то мне подсказывает, что эти ребята дадут мне звезды. Так, ладно. Давайте пока... срубить дерево. Прекрасно. Нам ничего не дали. Нам дали еще одного бомжа. Так, еще одного бомжа. Ну, да. Хотел сказать, сейчас мы что-нибудь себе накрафтим. Но я думаю, что я погорячился. Так, давайте вообще осмотримся. Ну, я так полагаю, что вот не храмы. Вот еще храм. И какие-то храмы мне надо будет найти. Ну, две горгульи меня точно разопнут, как бог черепаху. Да, поэтому мы не будем, как бы, с ними пока сильно бодаться. Так, вопрос. Как и где у меня что будет? Потому что пока непонятно. Кстати, на будущее, я думаю, наверное, стоит сделать... А, интересно, вот эту штуку могу? А, я это могу колупать. Так, стой. Эй, я сказал, не надо. Так, магического света у нас еще... Так, а в технологиях... А, то есть мы тут вообще как бы нуля с нуля начинаем. Ясно, понятно. Так, ну, тогда нам нужно несколько лесенок. Тотем, мост, допустим, как минимум один люк понадобится, да? Вот это вот говно можно было бы убрать отсюда. Ой-ой-ой, как все сейчас муторно будет. Так, ладно. Бинты, бинты пока мы не можем, потому что... Так, веревку, я так полагаю, что мы тоже не можем, потому что мы тупенькие. Мы можем, видимо, что шлем. Так, один листик и пять. Деревянная броня, веревки мы точно не умеем. Боты. Боты нужны гвозди за каким-то бесом. Короб. Короб, скорее всего, там тоже нужна веревка. Все плохо. Шеф, мы в говне. Тут тоже дохера всего надо. Короче говоря, мы кепок вот можем наделать, да? Ну, могли наделать. На случай, если у нас тут будут всякие не очень доброжелательные люди, мы здесь сделаем такую яму, чтобы они не могли перепрыгнуть. Насколько офигенно, хрен знает. Так, у нас получается... 1, 2. Вот здесь мы прокопаемся. Да, потому что если мы... Нет, вот здесь мы не будем, вот тут. Закопаемся, здесь где-нибудь обустроимся. Не знаю, где пока. Но, как говорится, будем думать. Так. Закапываемся. Это наш, вот получается, базовый, как минимум, в будущем уровень. Так, кого мы нашли? Жабу. Безобидный. Окей. Понял, принял. Кстати, нам повезло.
руду вижу прям рядом. Так, то есть вот этот вот наш базовый будет уровень. По крайней мере, мне так кажется, что это классная идея. Вот это вот, если что, можно будет все скопать. Так. Да, ребятки. Если мы перестанем страдать фигней, возможно, у нас что-то получится. Так, кстати говоря, надо, наверное, вот так вот. Ну, 4. Ну, хотя мне все равно надо делать всякое говно. Нам не хватает камня. Так, лесенки. Вот так они будут быстрее лазить. Угу, шикардос, люк. Приколупать, еще один бомж у нас появился. Так, выдадим каждому по кепке. Все, все, угомонись. Я сказал, выдадим каждому по кепке. Они у нас будут в кепках. Каждому по дубинке. И попугая матершинника на плечом, да? Так, не знаю, копай. Так, не то. Так, сюда. Не знаю, попробуйте жабу забить. Не знаю, насколько классная идея была, но... Будем думать, что плюс-минус. Так, тут вроде... А это что, это камень или что? Угу, тут уже какие-то... Негодяи. Выдумывают всякое, да? Так, за деревом мы еще сходим. В обязательном порядке, но чуть позже. Так... Закапываемся глубже. Так, а что за нахрен? Стоп, нам нужно... Это не здесь. Не нервируй меня. А, да, кусок говна нам нужен. Он нам пригодится. Угу. Так, вот там заделать. Тихо, нет, нельзя копать. Здесь можно. Но с рудой прям повезло, потому что вот в прошлый раз у нас руда была где-то, блин, в Китае. Так, лесенка. Раз, два. Угу, тут, я смотрю, мы можем еще кое-что откопать. Ну, без больших таких затей. Угу. Так, там у нас где-то... Где у нас был тотем? Так, мы можем кое-что уже, ну, вернее, не сейчас, но чуть позже, кое-что намутить. Так, магический свет на троечку, а золотую лестницу вот сюда. Так, тотем, иди вместо люка. А, нам дали люк бесплатно, ну, допустим. Так, ребята, копать. Нам жизненно необходимо копать. Так, лесенку еще одну штуку. А, таких мы не умеем, такие мы... Ну, хотя бы столько, да? Нет, туда не можем. Ну, допустим, один тут, один тут, один тут. Потом перевесим. Стоп. А что такой здоровый? Так, ладно, тогда здесь. Но учить я их пока ничему не буду, потому что, как бы, ну, шанс того, что они у меня не подохнут, ну, крайне мал. Так, факела, магический свет, прокачать. А, пару кирок я... Ну, ладно, не пару. Отломить. Прекрасно. Нам дали еще один тотем. Забить лягушек. Так, нам сейчас тут насут в огород наш. Так, еще одну кирку бы мне сделать бы, да? Был бы вообще шикардос. Что такое? Рис?
не нравится мне рис, но допустим. Так, блин, не люблю я вот эти вот начальные прокачки. Они слегка бесят. Факел. Угу. Ну и тогда давайте куда-нибудь посветим светом. Куда? Есть у меня один ответ, но я пока что воздержусь. Так. Держи, ты будешь у нас модной с киркой. И у меня в каске, все в каске. Так, особо смелые и одаренные бегут сюда. Я вам тут вот даже открою телепорт. Не там, где надо, да? Угу. Так, у нас тут вода. Это не к добру. Так. Заменить. Угу. Сможете вот так сделать? Ну, будем надеяться, что смогут. Чё, кто? Зачем вы там отверстие лишнее сделали? Так, прекрасно, нам дали еще один уровень. То бишь дали еще одного бомжа. Так, бомж тоже будет в кепке. Учить по-прежнему мы их ничему не станем. Ибо нефиг. Так что... Здесь вот телепорт, там потом еще одно дерево отрубим. Не очень трудолюбивые. Ой, а что тут так это, неаккуратно-то? Ладно. А здесь у нас возникнут проблемы, хотя с другой стороны, по большому счету, пофиг. Так, блин, ладно. Посветим просто куда-нибудь. Сколько там еще до прокачки? Еще разок, видимо. Или куда мы можем светить? Нет, никуда. Так, прекрасно. Мы осветили путь свой. Путь свой, свой путь. Так, блин, неохота на говно тратить всякое. Надо кого-нибудь забить на... Я вижу овечку. Кабан, я боюсь, нам... Отпишет люлей. Так. По возможности ее тоже забодайте. На кабана мы пока что не будем ходить. Здесь еще одна овечка, Долли. Давайте, а то придется потом бежать пешком. Очень далеко, нудно и неинтересно. Так, лестница. Интересно, у них проблем-то спуститься, потому что лестницы нет? Или потому что вода? Воду я пока черпать не могу тоже, да? Как говорится, по понятным причинам. А что ты будешь делать? Так, да... Заменить камень. Нет, вот это мы пока не будем колупать. Так, заменить задний камень. Башка мне нам пригодятся. Так, пригодятся не нам в следующем. Вот в этом, да? Угу. Шикардос. Всякое говно из мебели. Так, что это, по-моему, нам нужен верстак, чтобы это все сделать, да? Нет, не нужно. Так, ладно, начали котелок. Котелок нам по-любому пригодится. Так, готовка. Где у нас готовка должна быть? Топ. Прекрасно, у нас еще один бомж появился. Так, где...
Вот, он теперь появился. Так. Ты будешь с киркой в кепке. Прекрасно. Так. А где стоп? Я где-то котелок видел. А, вот здесь. Он еще закрыт. А почему закрыт? Почему он закрыт? Потому что... Так, ну потому что нам надо... Хотя бы три кровати, да? Деревянный стул мне... Он мне, по-моему, деревянный стул в библиотеке понадобится, но мы вначале деревянный стол сделаем. Два. Мы один выставим, один нам потом на всякое пригодится. И, ну, получается, два стула, да? Так, теперь мы сможем готовить уголь. Есть нюанс, да? Ребятки. Так, ладно, пойдем на хитрость. Или вы просто принципиально не хотите сюда лезть? Давайте, давайте, давайте в темпе. Потому что нам надо заглубляться внутрь. Угу. Так, вот здесь тоже отклопни. Так, этого забить. Это забить. Ну, вот сюда спуститесь, вот здесь вот пробейте. Не, ну нахрен. Так, а заменить... Не так. Заменить камень, заменить камень, заменить камень. Там можно было бы, наверное, и сразу все сделать. Заменить передний... Так, задний камень. Так, дерево нам всегда пригодится. Кустики тоже. Что, кто, где? Надеюсь, вы отсюда все утащили. Если вы не ут... Ой, у нас вот эти всякие черти, ёпш твою. Так, ребята, домой. Как все. Очень плохо. Так. Кровати держите. Ну, короче, они у меня сейчас будут, видимо, умирать. Так, пока это уберем. Так, свободен. У нас проблемы. Так, стол. Угля нет. Яичницкая хренишенка. Ну, не знаю. Пока что вы у меня будете кушать ягодки. Ну, временно хотя бы, да? Ну, как только стол поставите. Да. Так, ладно, нам нужно найти уголь. Нам нужно наделать говна и палок. Угу. Кончилась руда. Угу. Так, доступен герой. Прекрасно. Так, все. Что, кто? Гном, ты сдриснул. Вообще, конечно, может быть, мы их можем забить? Так. Ты будешь в кепке? Не знаю, наверное, это не очень классная мысль. На самом-то деле, да?
Не? Ладно, ладно. Так. Все, я пошутил. Ладно, окей. Один гном помер. Ну, судьба такая у гнома. Нелегкая. Так, так, так. Копать. Покушать. Тихо, тихо, все, угомонитесь. Я хотел котелок сделать. А, мне нужен уголь, точно. Хотел сделать, вспомнил, что не так уж сильно я и хотел. Так, 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 так. И вот сюда вот пойдем заглубляться. Угу. Так. Держи кирку, держи всякое, держи даже кепку. Я, можно сказать, что не жадный. Этих вот пацанов мне бы оттуда выселить. Потому что просто они мне не нравятся. Так, фонарик, фонарик. Что мы еще сделаем? Нам нужно, да, накрафтить всякого. Я думаю, котелки нам в любом случае еще пригодятся. Так. Так. Красавчик. О-о-о. Так, ныкаемся. Тихо, 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 нет. Использовать. Ирак? А, ну... Да ладно. Использовать. Работаем дальше. Так, граница где-то что-то нарушена. 10, еще рано. Так. Чок, кем нарушены? А, вижу. Заделать. А чё, почему опять нарушены? Кем? Это хрень. Мы туда не пойдем. Нам там не рады. Так, проколупать еще. Нет, не здесь. Вот. Так, вот тут вот срочно проколупай. Не, ну здесь может быть что-то полезное. Давайте рискнем. Как-то вдруг повезет. Храм стихий, конечно. Ну и что вы тут за это? Так, ладно, вот так давай поступим. А, кстати говоря. Вот так, наверное, будет быстрее. Гадалки не ходим. Так. И потом вот так. Что, кто? Манна. Да ёб твою. Очень плохо. Так, а где, где там у нас? Стоп. А, ну я надеюсь, он отсюда свалил. Не утоп. Ну, если утоп, то царствие ему небесное. Да вы издеваетесь. Вы что там забыли-то? Ну, идите, делитесь. Гном тонет. Так, я не знаю, идите домой. Дегенераты. Так, там где-то была классная табличка, мне кажется.
О, осторожно. Вот здесь мы ее поставим. Все, все свалили. Вот за эту сратую табличку нам ходить не надо. Ну, ништяк. Вроде работает. Так. Там у меня кто-то продолжает тоже работать. И то, как говорится, хорошо. Блин, вот... О, вижу уголь. Угу. Ребятки, давайте, нам нужен уголь. Это жизненно важная штука. Дефективная вода. Так, лесенок еще надо накрафтить немножечко. Вся вода куда не надо притекла. Ладно, мы опять воспользуемся хитростью. Так, полагаю, что так, загасить. Верстак, одну штуку нам сделать по-любому. Так, вот сюда. Так, ну у нас... Так, ладно, плюс-минус они их сейчас там загасят. Ребятки, давайте вы будете заниматься делом, а не всякой ересью. Так, у нас тут будут совокоты, тут у нас будут мастерские. О, котел... Да блин, уголь. Кто-то принесет уголь, нет? Так, нам, наверное, надо какую-то, хоть какую-то крышу сделать, да? А, чтобы сделать крышу, так, ну, делаем еще один котелок. Два котелка нам по-любому пригодится. Так, досок сразу, пускай там какой-нибудь одаренный гном делает. О, ведро, все, сейчас у нас будет ведро, будет вода, будет. Пойдем тогда воевать с этими чертями. Так, замок одну штуку. Прекрасно. Какую-никакую крышу. А на чем мы еще можем это прокачать? Кто мне расскажет? Деревянная стена, деревянный сундук. Эко говно. Ну, не знаю, одну дверь. По факту нафиг не нужную. Но чисто на прокачку. Деревянные стены. Раз, два, три, четыре. Угу. Кузница. Кузница, хренузница. Воды надо добыть. Чтобы добыть воды, нужно ведро сделать. Чтобы сделать ведро, нужно всякое говно сделать. Так, хорошо. Вернее, не очень. Уголь. Так, сволочи. Кто-то принесет нам уголь? Или мы так и будем тут это тити мять? Тити мять вопросов нет. Хорошо и приятно, но... Хотелось бы все-таки... Так. Так, так. И вот тут вот так, давай. Будем делать штольни. Кто, где, что. А на кроватях вам не спится, да? Ну, нет, так нет. То есть я сильно настаивать не буду. Так, кто-нибудь уголь. Неужели? Кряхтят они, блин, тут. Кряхтуны. Так, у нас здесь будут какие-то вещи, да? Так. Кто тут? Кто тут?
А, манна кончилась. Ну, так, а здесь у нас чудо-сад. Это неплохо. Так, Антамантай, стой. Потом ты будешь антамантаить обязательно. В всенепременном. Кирки, хренирки, прочая ерунда. Нам нужно... Доски, господи. Ребята. Так, вот эту штольню мы продолжаем разрабатывать. Ну, видимо, до сюда здесь вроде ничего такого сверхопасного нет. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. Вот это сюда раскопать. Угу. Красавцы. Так, кому-то каска нужна? У меня есть. А, холера. 10. Как бы вас так утопить бы тут, к примеру. Ладно. О, неужто за доску взялся? Так, ведро. Нет, ведро. Угу. Так. А, ведро еще не сделал, да? Так, куда я это говно поставил? Нет, вот так вот, вот сюда. Вот дальше вот этого ходить нельзя. Кто-то ведро сделает. Так, веревка. Угу, прекрасно, веревку сейчас мы соорудим. А если мы соорудим веревку, мы сможем соорудить три таких штуки. Бинты мы еще пока не можем делать, к сожалению. Но я думаю, мы к этому будем стремиться. Так, а почему мы кровать не поставили? Или поставили? Ну да ладно. Так, вот сюда еще немного. Тихо, тихо, тихо. Да, все. Угомонитесь. Ну, пока рано еще. Так. Я хотел вот это заменить. Задние блоки. Не знаю, может там уголь есть. Угу. Так. Яичница. Приготовить. Мяски. Приготовить. Это что такое? Где? Побеги бамбука. Мило, но нет. Так, вот сюда идем, добываем воды. Угу. Так, все. Вот здесь добыть, вот здесь убить. Что происходит? Так, так, так. Угу. Так, нам сюда дорога. Копать. Ребятки. Так. Вот это вот заменить передние блоки. Так, тут заменить задние. Там просто корешки. Корешки потом пригодятся. Так, вот здесь отгрызть потом одну штуку. Прибить. Угу, тут у нас говноеды. Говноедам нам вот вообще не надо, потому что нам... Они отгрызут хвост, и не только. Как быть? Быть? Так, во-первых, забрать это. Во-вторых, вот здесь вот заколупать. Чтобы туда не упасть. Мы тут сейчас просто все перегородим. Так, вот это вот. Заменить передние блоки. Угу. Так, вот здесь я вижу. Есть добро. Добро надо конфисковать.
Так, дубинка. Мы откуда тут дубинку нашли? Но есть подозрение, что с убитых товарищей. Так, есть. Так, у нас есть бомж без каски. Ах да. Наиболее здоровым бомжам дадим по рюкзаку. Все, бегом. Угу. Они начали добывать воду. А это значит только одно. Мы сможем в каком-то количестве производить винты. Угу, это срубить. Тут. А как так получилось, что вы тут раздолбали? Так. Как-то неловко вышло. Я так раздолбал, или они как-то сами раздолбали? Ладно, пес с вами. Ква-ква-ква. Так. Ладно, нет, стоп. Вначале забить лягушку. Потом пойдем добывать всякое. Что, кто? Но надо пустить его на органы. Так, добыть. 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 Не знаю, с кем там схлестнулся. Так вот. Да ё-моё, мы тут скоро это сюда будем. Ладно. Вот здесь, вот так, вот так, вот так. И... знаю, вот так, наверное. Так, вот здесь приколупать такую штуку. То, куда ты там не можешь пройти? Добыть. Ребята, вот здесь не надо отколупать, потому что это нас будет спасать. Не от этих, конечно, чертей, но тем не менее. Чего ты там где-то залипла? Так, ладно, нам туда пока не надо. Так. А интересно, вот эти они будут грызть землю? Или не будут? Просто можно их было бы тут замуровать. Но этот эксперимент может нам очень дорого стоить, поэтому мы... не будем его проводить. Ну, по твою. Так, ну вроде бы плюс-минус тут. Так, надо. Да. Ребятки, давайте тут проделайте штольню, а то вы ж тут помрете. Так, сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Закопаться. Так. Задние, передние блоки. А удочку мы можем сделать себе? Ну-ка. Так, удочка. Удочка. Тот видит удочку? Я не вижу. Что нам нужно? А, чтобы прокачаться, надо что-то приготовить. Кстати, наверное, надо им еще это выдать. Так, пока нифига не понятно. Так. Хотя они, в принципе, тут плюс-минус у них что-то есть. Так, рубить. Рубить, добыть. 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 Вода. Так, вот здесь вот отколупать. Там можно. Так, ничего, сейчас, чуваки, я до вас доберусь. Я с вами обязательно пообщаюсь. Так, мы теперь можем вот такое выдавать. Так, все, кушайте. Так, ладно, клеща, я надеюсь, они забьют. Потому что если они не забьют клеща, это будет фаталити. Так, так, ну тут, блин, ну не должны мы тут. Пять.
Я правда надеюсь на это, да? Так, вот так. Лесенок надо немножко накрафтить. Потому что иначе тут гномы у меня тебе что-нибудь сломают. Так, вот так. Так, вот сюда, ребята, нам закопаться еще надо. Красавчики. Тут мы будем, наверное, вот это лишнее. Тут мы потом будем удить рыбу, но потом, не сейчас. Воду, конечно, мы тоже можем оттуда добыть, но подождем немножко. Так. Нужно, в принципе, еще один котелок сделать. Тихо. Стой, все. Угомонись. Просто я думаю, они чуть-чуть быстрее будут готовить. Потом, если что, их поменяем на что-нибудь более продуктивное. Ой, у нас сейчас нападение будет. И нам, скорее всего, будет труба. Так, вот, все, молодец. Начал копать куда надо. Так, главное тут не откопать все лишнего. Ну, хрен знает. Короче говоря, надеемся, что не подохнем. Так, так, так. Давай, собирай последние вещи. И потом отсюда сваливаем. Все, все собрали. Красавцы. Так, добыть, добыть. Так, учить я все равно их пока что еще не буду, потому как это не очень целесообразно. Так, деревянный лук, деревянное всякое. Деревянный лук пока жалко делать на самом деле. Кузницам. Раз, кузница. Так. Иди сюда, кузница. Нет. Здесь да. Так, стоп. Пустить на мясо и на всякое. Так, стоп. Они умеют ломать стены эти? Не хотелось бы. Ни хера себе. Не, как только вот эти хероборы до нас дойдут, нам труба. Нам не то, что труба, нам... Я бы сказал бы, что... Ну, боюсь, нас дети смотрят. Нет, вот здесь один факел. Нет, не можем. И вот там один факел. Так, не знаю, что тут копать. Так, удалить переднюю, удалить глин. Нет. Удалить каменный стол. Вот, здесь яблочки есть. Так что, кто? Ведьма ветров. Очень опасный, необъяснимо как, но эта женщина летает без... Что? А зачем вы ее захерачили? Кто? Нет, она... Ничего не понял, что произошло. А ты нахера туда пошел, дурак? Дебил, дебил. Ты что творишь? Ты зачем сюда? Ой, недоразумение. Так. Вот так вот. Туда вообще не требуется ходить. Нет, вот. Нет, это как-то неправильно. Вот, все. Даже и вообще туда не надо думать ходить. Господи. Гномы, как так получилось? Так, вот здесь вот у нас есть какие-то штуки, яблочки наливные. Их надо так копать, копать.
Вот сюда мы можем явно пробраться. Так, тут если это осыпется, но не критично будет. Так. Все, угомонись. Ну, яблочек, конечно, у нас тут не густо, но, как говорится, лучше, чем никто. Угу. Так, дорогие вы мои товарищи, нам тут что? Пилка, ну, пилка нам по 100... Ладно, пускай просто одна штука будет, ну, чисто как бы... Чисто для проформы, да? А, где-то я тут, наверное... Удочку, хренудочку, деревянный посох не могу. А чем мы тут можем прокачаться? Фартук кузнеца, ножки скалолаза. Кирки, наверное. Но это самое актуальное, что мы можем сделать. Я, наверное, конечно, многовато их бахнул. Так, добыть. Ну, как добыть, насколько это возможно, да? Чего? Так, падай. Падай. Теперь ты падаешь. Я там вижу уголь. Так, добыть воды. Добыть. Так, тут у нас скоро будет потоп. Там у нас вообще мифрил есть. Это неплохо. Так, вот этот вот камень весь изъять со временем, да? Так, железные кирки выдадим, потому что с ними вы, в принципе, будете плюс-минус солидные. Веревки. Веревки можем сделать? Последние бабки. Не буду пока веревки тратить. Пока что. Так, наверное, еще одну кузницу имеет смысл делать. О, не знаю, кому там гасит. Так, все. Так, добыть. Слышь, подруга, давай. А какая скотина тут откусила эту штуку? Как так получилось, что они там решили с ней помахаться? Ну да ладно. Так, вот это кто-то соберет, нет? Как это, ну нахер? Так, кирки кто-то будет делать. Так, о, если ты придешь к нам в дом, ты вообще будешь красавец. Красавец, я не знаю, кто ты. Так, откусить одну штуку, чтобы лучше лазилось. Ну, не знаю, надо хотя бы еще один коробок сделать. Потому что коробки это очень выгодно. Так, вот, не знаю, ты будешь у меня с коробком. Все, держи. Так, бинты. Бинты, полтишок, вообще без зазрения совести. Ёб твою. А, то есть вы, в принципе, их можете забить? Ну, допустим. Не уверен, что хочу с ней связываться. Что за жизнь? Как вы вообще с ней схлестнулись? Так, а что ты делаешь? Зачем самое главное? Ладно. Допустим, в принципе, ты это не зря сделал. Вот это кто-то соберет? Нет, давайте вот так сделаем. Для ускорения.
скажем так, задач. Дубинка. Эту дубину нашли. Она, к сожалению, никому не нужна. Так, раз. Раз. Хотя я там полумертвому дал, ну да ладно. Так, копать, копать, копать. Так, ты... Кто-то доделает это или нет? Или ну нахрен? Так, топор. Ну, потом две штуки минимум пригодятся. Ква-ква, вот это соберите. Так, кстати, магазин. Нет, это не магазин. Где? 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 Магазин где-то здесь был. А как я отсюда заберу потом? Я просто думаю, герой. Так, стой. Угомонитесь. Ульвардс и Сунь-Кунь-Вынь. Мне ни тот не нравится. Я не хочу их нанимать. Давайте подождем следующего героя. Как бы... Так, добыть воды. Ага. Так, покушать. Ну, плюс-минус есть что. Так, я куда-то там продвинулся. Вот, я могу теперь делать всякое. Что это? Общий сбор Мстителя. Ай-ла-ла-лай-лай-лай. А прокачать ему, интересно, могу? Эту технологию. Но в любом случае мы сделаем одну такую штуку и все, да? Очень смешно. Так. Парочку. Топ-парочку. Мы можем удочку намутить? Удочку. Хорошо. Удочка это очень... Так, Мстители, общий сбор сюда. Ну-ка. Он же за ноль бабок. Херак, 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 херак. Кстати, можно их вот к этому загонять, подхиливаться. Ну-ка. Кстати, работает. Так, и что ты... А, я хотел еще магическую... Ну... Так, а, ну этого я могу немножечко крафтануть. Этого... Так, пузырик... Стекло сейчас накрафтят. Это они сейчас соберут. Так, продолжаем добывать полезные вещи. Не отвлекаемся. У вас теперь есть модная кирка. Ну и то, что у нас тут грот вот этот прям, ну, под боком. Так, шикардос. Так, здесь, здесь... Всякое говно, которое я... На самом деле не очень хочу, но, видимо, какие наши варианты, да? Так, кузница, библиотека, так, перышко, перышко под ребрышко нам нужно, угу. Так, библиотека, деревянный стол, одна штука. Так, библиотека, руда и чернильница. Так, пузырик. Пузырик, стекло. Стекло ждем-с. Так, пока ждем-с. Вот здесь заглубимся немножко. Вот так. Мы ж тут не нарвемся ни на что. Вроде бы нет. Технология, технология. Так, это мы прокачали. Тут что? Тут многоярусная кровать, это выгодно. А, деревянная кровать. Деревянная кровать. Две штуки. Дерево кончилось. Так, добыть. Нет, ну есть вариант. Как вариант? Манна есть. Можем и поесть. Так. Прибить, прибить, добыть, срубить. Вы ж сможете сюда в телепорт уйти? А, в телепорт они могут, окей.
сейчас добудем кое-чего полезного, в принципе, будет неплохо. Так, 10 минут, я думаю, им, ну, наверное, хватит. Что это вы там все хату подожгли? В принципе, я не против. Так, срубить деревья. Так, так, так. Это кто-то что-то крафтит. Так, стоп. Технология, технология. Это мы тоже прокачали. Один магический посох. Ну, два можно сделать. Так, и теперь нам нужно будет... Есть у нас вообще уже... Вот, у нас есть воин. Ну, тебе дадим такую штуку. Охотник, шахтер, скалолаз, кузнец. Так, ладно, это всякие особо никто. Держи. Учить мы их опять же будем чуть позже. Так. Скорость. Стоп. Я думаю, сейчас мы этих паскуд отхерачим. Просто, чтоб не отсвечивали. Так. Не произвелись у нас. Ну-ка, мы же еще можем один лук сделать. Говененький. Потом они нам пригодятся, в принципе. Угу. Так, стой. Так, скалолаз будет... А, его крафтить надо. Давайте, давайте, блин. Мы, в принципе, сейчас им тут покажем, кто здесь папа. Так, воин. Ладно, воин пока что подождет. Воин, кстати, я потом щит сделаю. Ну, какой-никакой, а пускай будет. Так, убираем эту штуку. Вперед, ребятки. Так, новый герой. А, нет, это какой-то не такой герой. Кунь-кунь-вынь был. Ульвардс, магний, крюкохват. Ну, ребятки. Да выстегивались, ребята. Так, скорость. Так, да-да-да. Хорошо, хорошо. Ты предупреждаешь. И ты, в принципе, давно вопрос суровый, товарищ. Так, а где у нас тут? Куда мы телепорт открывали? Сюда. Надо еще все это собрать. Так, ребятки, давайте, работайте. Что, кто? Не знаю, кто и что и где. Так, тут все это собрать. Все это изъять. Ну что ж, в принципе, мы плюс-минус, получается, освоились. У нас уже кое-что имеется. Мы можем отмахиваться от всех. Я думаю, на этом серию мы можем закончить. Я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.